Хорошо, что ты встретил меня, а то бы в яме осталась там всю жизнь. Хрюня, 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 хрюшечка, хрюшечка моя. Ой, сейчас все развалится. Кстати, я вам хотела показать свои сережки, которые приобрела с инстаграм-страницы Cartier Baku. Мне они безумно понравились, понравилось их качество. Вообще вся бижутерия у нее просто обалденная. Айдан, большое спасибо тебе. Я оставляю ссылочку в инфобоксе, закрепляю ее в комментариях. Переходите, обязательно подписывайтесь. Вот, серьги просто обалденные, мне очень нравится. Как тебе, кстати? Мне очень понравилось, очень нарядные. Страничка называется Cartier Baku Love. Я зашла на эту страничку, приметила себе несколько сережек. Всем привет, мои хорошие, с вами Айка Эмили и Асквасима. И сегодня мы снимаем для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будет здоровая пища, не как всегда. Фатина мама позаботилась о том, чтобы в этот раз мы кушали что-то и вкусное, и полезное. И сегодня она вместе с нами будет видео. Она сказала, хватит есть всякие бургеры. Я приготовлю для вас настоящую домашнюю здоровую еду. И вот наша мамочка. Здрасте. Приветик. Сейчас она нам расскажет, как она приготовила эту вегетарианскую еду. Интересно выглядит. Ну как вам? Вкусно пахнет, очень вкусно. Аппетитно. Но я считаю, после потребления большого количества фастфуда, девочкам необходим перерыв. Да. Подумайте. И нужна здоровая домашняя еда. Если перерыв будет такой, я согласна всегда приходить к вам. Я готова. В прошлый раз у нас была лазанья, которая была на канале Ask Fatima. Обязательно подписывайтесь. Также вы в комментариях нам писали, что Фатя и ее мама очень похожи. Пишите свое мнение в комментариях. У нас сегодня вегетарианский обед, и сейчас нам мама расскажет, как она его приготовила. Очень просто. Всего лишь нужно промыть овощи, нарезать. И немного я добавила туда морской соли и отправила все в духовку. Да, и предварительно залив небольшим количеством оливкового масла. Вот так вот аппетитно все это выглядит. Еще там немножко присутствует красный перчик, но его совсем мало, так как мы не хотели очень острый обед. И еще мы туда в духовку добавили немножко воды. То есть мама положила вниз воду, чтобы она дала испарение и чтобы это не было сухо. Да, и все это было в духовке где-то в районе часа. Ну, по вкусу, как вам нравится, более запеченное или более ближе к вареному. Ну все, приятного аппетита. Кушайте, девочки. Спасибо большое. Пока-пока. Так, спасибо, мамочка. Я еле сдерживаюсь. Я уже предвкушаю. Я должна первой попробовать. Ой. Брокколи, обожаю брокколи. Как это все... Ну давай ты сама себе, я не в силах стоять. Вкусно, мне тоже в последнее время подсело на брокколи. Это сырный соус, да? Да. И майонез мы подготовили. Кто что любит, то и макает. Ох, в прошлый раз нам говорили, что мы очень сильно вилкой по тарелке дергаем, поэтому в этот раз, я думаю, надо быть более внимательным. Мы читаем все комментарии, стараемся учитывать. Хлебушек черный. У нас в доме практически не бывает хлеба, мы хлеба не едим. Но ради меня они сделали исключение. И на этом спасибо. Поставили на стол хлеб. И то черный. По привычке забыли купить хлеб. Брокколи обалденный. Как это все вкусно. Морковка такая сладенькая. Кабачки. Мне кажется, это идеальный обед для вегетарианцев. Да. Кстати, обязательно пишите в комментариях, есть ли у вас среди знакомых вегетарианцы. Навряд ли, кстати, наши зрители будут вегетарианцы, потому что мы едим один фастфуд. Да, вряд ли они бы нас смотрели, но может быть после этого видео. Появится. Да. Мы иногда едим фрукты. Кстати, у меня на футболочке изображено брокколи, да. Вот в самый раз прям всего. Картошечку. Картошка в сырном соусе. Очень хорошо все пропеклось. Вкуснятина. Давай тебе еще положу.
Я украду вот эти две брокколи. Можно есть прямо оттуда даже. Так тоже удобно. Мне попался горящий перец. Джам. Остро? Очень. Вот этот огромный. Хочешь челлендж, давай ты его съешь. Давай я его попробую для начала, рискну. Это задание не из легких. Но ты же говорила, ты великий мукбанкер. Обижаешь. Сейчас он окажется не острым, спорим. Про нож я забыла, поэтому придется делить ложкой. Давай. Не будем церемониться, возьмем рукой. Я только прикоснулась к языку, он уже горит. Ты будешь его есть? Очень сильно горит, да? Я вообще не люблю сильно перченые. Видите, она говорит... То есть вы говорите, что она меня обижает. Я не смогла даже нормально откусить перец, но она не назвала меня слабачкой. Видите, какая я? Вроде целый противень был. Смотрите, уже половины нету. Как мы быстро справились? Когда я ем сырный соус, у меня сразу прям мысли. Макдональдс. Да. У меня до сих пор горит язык. Сегодня вообще целая история. Мы сегодня не собирались снимать видео, мы хотели отдохнуть, поехать. Пофотографироваться. И тут эта дама решила делать себе кудри. Обожгла всю руку. В ужасном состоянии сейчас рука. Поэтому наши планы поменялись, и мы сели снимать видео. Я намазала руку пантенолом. Вроде почти все прошло. Что делать? Семью не выбирают. Как Фатя всегда говорит. Как можно было взять вместо пряди вот так вот рукой плойку? Как? Я ступила. Не только же тебе тупить. Ты потихоньку становишься похожа на меня. Обычно я всегда всех подвожу. В последний момент мы, например, куда-то должны пойти. В последний момент я звоню, что у меня не получается. И тут она бесится, устраивает скандал, что ты достал уже. Меня бесит такое. Сегодня я была очень расстроена из-за того, что из-за меня мы не смогли поехать. Мы хотели там пофотографироваться, снять сториз для Инстаграма, но... Потом я заметила, что очень сильный ветер, и вряд ли мы смогли бы нормально погулять, и нормальной фотографии бы не получилось, так как ветер трепал бы нам волосы. Поэтому я немного успокоилась. Просто мне казалось, что все уже настроились, что мы едем, и вдруг не получилось. Но, слава богу, все обошлось, моя рука все еще при мне. Самое главное, что мы едим. Там едим, здесь едим. Бакинский ветер, кстати, особенно сильный. Даже Баку называют городом ветров. Я опять разлила. Но вот каждое видео я на свои брюки обязательно должна что-то разлить. Потому что ты хрюня. Что делать? Хрюня, Хрюшечка моя. Там же, где и ссылочка на мой канал. Твой канал и так в рекомендованных выходит. Сразу. То
То есть стоит просто посмотреть в сторону моего канала, сразу в рекомендованных она. А знаешь, в чем секрет? Ты же меня рекомендуешь. Правильно. Крюшечка, крюшка, крюшка. Я на самом деле наелась очень вкусно. Твоя мама просто волшебница. Вот Фатина мама уже участвует в наших видео. Как вы думаете, стоит ли моей маме тоже начать? Она немножко стесняется, правда, но она тоже русскоязычная, хорошо говорит по-русски, училась на русском языке. Я думаю, ей не составит труда. Очень вкусно готовит, обожаю. Можно Кутабу повторить на твой канал и еще туда мою маму. Не останавливайся, Фатя. Пока здесь что-то есть, ешь. Твоя футболка в тему здесь. Да, с брокколи. Мы за здоровое питание, печать. Вы очень часто обвиняете нас в том, что мы постоянно кушаем фастфуд, мы не поправляемся. Вот видите, что не всегда. Вот иногда бывает, мы едим что-то подобное, правильно? Да, через два видео, когда мы будем тестировать какой-то особо жирный бургер, они нам это припомнят, ты видишь. Также обязательно подписывайтесь на наши инстаграмы, чтобы быть первыми уведомлены о новых видео. Также, кстати, на моем канале выйдет новое видео с новой девочкой, ее зовут Шелли. И она, может быть, будет вместе с нами втроем снимать, да. А быть может, мы будем вдвоем. Я заметила, что под прошлым видео есть куча хейта в ее сторону, потому что все любят Фатю. Я тоже вас очень люблю, но не делайте так, пожалуйста, потому что ей может быть неприятно. Она очень хорошая, очень милая девочка, я ее знаю. И никто ни с кем не поссорился, у нас с Айкой все хорошо. Просто нужно разнообразить контент. Все время не должно быть одно и то же, должно быть какое-то разнообразие. Что-то должно все время происходить. Я думаю, что так намного интереснее. Можно попробовать и втроем снять. Мне кажется, это отличная идея. У меня вообще есть супер идея, которая будет через неделю. В общем, я буду снимать совместно с кое с кем. Но я даже тебе не скажу об этом. Это будет сюрприз. Фатю заменит кое-кто. Но я уже знаю. На самом деле, нас все воспринимают вместе. Элементарно мы идем куда-то вдвоем, да, в город. Нас очень часто узнают. А когда мы, например, одни идем куда-то, нас никто не узнает. Да, это смешно. То есть нас воспринимают как вместе. Как одно целое. И это немножко даже плохо, с одной стороны. Мы хотим разбавить контент, снимать с другими людьми, чтобы вы воспринимали нас как отдельную личность каждого. Шелли тоже очень веселая девочка, но просто она не настолько общительная, как Фатя. Но мы ее научим, мы ей тоже откроем канал. Вообще нужно помогать тем, кто начинает YouTube, потому что мы начинали с нуля, и нам было очень трудно. Мы, считаю, год просто снимали, и никто это не смотрел вообще. Да. Ну, год, даже больше. Я два. Да, она даже больше меня. Хорошо, что ты встретила меня, а то бы в яме осталась там всю жизнь. Тебе просто повезло. Да, потом еще говорят, что я самодовольна. На нее посмотрю. Ну, это шутка, шутка. Ну, зачем вы сразу все? Да, конечно, шутка. Да, конечно. Я не считаю, что ты в яме поосталась. Я все еще там. Я уверена на 100%, что если бы нас не было двое, мы бы не добились столько подписчиков, если бы занимались этим порознь. Вместе мы сила. Я это понимаю, но все-таки хочу и развиваться самостоятельно. Поэтому со Схватимом будет видео намного меньше теперь. Но все-таки будут. Так что не переживайте. Со временем тебя вообще надо это исключить из моего контента. Я недовольна тобой, но знаешь, как семью не выбирают. Ты часть моей семьи, поэтому мне приходится с этим жить всю жизнь. Тебе придется до конца жизни, на тебе. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, на канал Ask Fatima. Ссылка будет в инфобоксе, закреплена в комментариях, в общем, везде. Я хочу боксировать. Давай. Давай тренироваться. Что с ней? Я буду, когда будем втроем, будем боксировать. Я хочу тренироваться. Я вообще думаю, что после этого видео нужно вообще закруглиться общими видео. Ребята, я думаю, что вам нужно все объяснять, так что это все шутки, хорошо? Шутки, джок, юмор, черный, белый, красный, разный юмор. Ржать надо ржать. А с вами была великолепная, неповторимая, неподражаемая Ask Fatima. Всем желаем удачного дня, приятного аппетита, всем пока.